Отечественной. С праздником вас! С праздником Великой Победы! Все работники управления образования. На площади средние общеобразовательные школы города Буйнакск. Школа номер один, гимназия. Это историческое здание имеет свою историю. В годы Великой Отечественной войны в этом здании был военный госпиталь. Выпускник школы, герой Советского Союза Винницкой области, командир роты 253-го танкового полка Белорусского фронта Анатолий Николаевич Кударянский. Долгие годы школу номер один возглавлял директор участник Великой Отечественной войны Алиев Абакар Зайнутдинович. Более 30 лет работал учителем в школе и дошел до Берлина. Звание капитана Жемшов Роман Алексеевич. Выпускница Каплан Ольга Ильинична, участница Великой Отечественной войны. Вечная им память! На площади школа номер 2 имени видного политического деятеля Абдурахмана Даниялова. Школа во все времена идет с уверенностью, что жизненный ратный подвиг героев Великой Отечественной войны не забыт. Они подходят к этому творчеству. Долгие годы в школе номер 2 работал учитель физкультуры, выпускник военного пограничного училища, участник парада Победы в Москве Омаров Магомед Магомедович. Учителем музыки работал ветеран Великой Отечественной войны Варшавский Семен Васильевич. Вечная им память! На площади школа номер 3. В школе номер 3 большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. В школе лучший кабинет по начальной военной подготовке. В этой школе работали лучшие педагоги, участники Великой Отечественной войны. Каджиев Булач Имадудинович, Сорокина Анна Павловна, Уржумова Екатерина Герасимовна. Много бушующих волн океане, много было ветеранов учителей Дагестана. Буйнакск, жди геройства и славу. Буйнакск, им гордиться по праву. На площадь ступает школа номер 4. Огромную работу проводит школьный музей космонавтики в деле воспитания патриотизма. В этой школе всегда желанными гостями были ветераны Великой Отечественной войны. Важной своей задачей они всегда считали и считают, что новое поколение не только должны знать о героях, о прошлом, близко принимали все это к сердцу. В музее много прекрасных работ, созданные руками учащихся произведения истории жизни в годы войны. Они исторически грамотно подходят к теме. На площади школа номер 5 имени героя Советского Союза, легендарного подводника Магомеда Имадудиновича Гаджиева. Давайте поприветствуем гаджиевцев! Горцев! Сияет созвездие! Всюду врагов настигает возмездие! Сокол! Магомед Гаджиев! Боря на просторе! Фашистов топил! Бушующим воле! Приветствуем школу номер 5! На площадь приближается школа номер 6. Патриотизм войною возрожденный, в ее жарком пламени закаленных, высший гарант свободы и благополучия народа. Так считают преподаватели школы номер 6. Покуда будет слышен этот страстный призыв, не согнется Россия, не согнется Дагестан. 70 лет
6. На площадь приближается школа номер 7 имени героя Советского Союза, командира эскадрильи 47-го штурмового авиационного полка, капитана Акаева Юсупа Абдулбековича. Встречаем! Когда солдаты говорят, летчиков погибших вспоминают, ни одного не забывают, как небо памяти огромно. Но не вернуть назад, их по заслугам наградили, и выше не было наград. В школе номер 7 первым директором был участник Великой Отечественной войны Лабазада Аслудин Абдурагимович. Вечная им память! На площадь приближается школа номер 8 имени Улыбия Буйнакского. Эта школа проводит немало мероприятий под названием «Уроки памяти, уроки мужества». Не только у памятников и монументов, павшим в Великой Отечественной войне, но они окружают их особым почетом и уважением в течение года. Преподаватели этой школы делают все, чтобы их выпускники росли патриотами своей земли и готовы были защитить ее, как защитили свою отчизну, Великую Отечественную войну, их прадеды. На площадь приближается школа номер 9 имени Абусупьяна Акаева. Так воевали солдаты, дети Великой войны, подвиги воинов святы этой священной страны. Под таким девизом проходят многие мероприятия школы номер 9. Преподаватели этой школы умело демонстрируют историческую отвлеченность фашистской идеологии. Это воплощение героико-патриотической тематики. Используют самые разные художественные средства. И всякий раз они находят верный тон, чтобы содержание соответствовало друг другу. На площадь приближается школа номер 10. Она всегда отличалась требовательностью, мастерством и фантазией в создании праздничных программ. Актуальная трактовка военной темы для них – это классика. В этой школе очень много талантливых и творческих педагогов, которые проявили себя и в театрализованных представлениях, военной патриотической теме, во всем многообразии богатства. Прекрасна Родина наша! Так утверждает школа номер 10. Она как невеста убрана цветами. Она одна, и мы ей верны. Мы хотим, чтобы не было войны. С праздником вас, школа номер 10. На площадь приближается школа номер 11. Сегодня эта школа призвана помочь школьникам пережить и осмыслить все положительное, что было в прошлом. История – это могучая и вечно живая сила, которая творит патриота-гражданина. Задача молодого поколения – не дать кануть в лету всем людям, прославившим свою родину героизмом и преданностью. Пусть никогда больше нигде не будет войны. С праздником вас! 73-й годовщины Великой Победы! На площадь приближается колонна дошкольных образовательных учреждений. В городе 19 дошкольных образовательных учреждений, в котором трудится около 500 педагогических работников. С самого раннего возраста они прививают любовь к своей родине. Они проникают в самые далекие галактики детского мира, побуждая в них добрые дела и поступки.
Сегодня каждый ребенок должен знать о великом празднике, День Победы, что на фронтах с фашистскими захватчиками сражались их прадеды, прабабушки, и какие они совершали подвиги. Воспитатели дошкольных учреждений максимально проявляют весь свой творческий потенциал в деле воспитания, знания героической своей родины. Работники дошкольных учреждений, как благородно звучит ваше звание! На площадь приближается колонна учреждения.